Ребята, сегодня я вам покажу, как построить большую летающую тарелку. Я уже строил летающую тарелку, но она была маленькая. Эта большая, она может перевозить сразу 4 игрока с одного места на другое. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Ладно, давайте сейчас построим это НЛО. Ставим блок дерева, выставляем настройки, как у меня, и ставим железные блоки. 1, 2, 3, 4, 5, ширину 3 и высоту тоже 3. Эта постройка будет без использования масштабирования, потому что оно стоит 5к голды, а у многих денег не хватает. Он постоянно говорит, а как без рулетки, как без этого? Поэтому вот сегодня будет без рулетки. Вот, кушаем такую гигантскую конфетку, у кого она есть. Так, убираем блок дерева, ставим блок пластика по центру. И от него надо поставить еще блок пластика 3-4. Раз, два, три, четыре. Еще один добавляем, потому что не хватило. Так, и тут то же самое делаем. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Готово. И сохраняем. И сами знаете почему. Так, ставим блок дерева по центру. А, ой, как-то неправильно. Короче, ставим блок железа. 4 штуки, как показано на видео. Ставим блок железа по центру и рядышком тоже. Теперь нужно поставить перевернутые стулья. Перевернутые, чтобы эти игроки, когда попадали сюда, они утопались в воде. Так, ставим 4 стульчика. Можем прям весь сервер собрать и утопить их одновременно. Ставим поршень, ставим настройки на 5. Тут нам сейчас надо будет разместить стекло внутри. Тут будет использоваться еще отвертка. Так, ну сначала надо было включить поршень. Извините. Так, ставим 1, 2, 3, 4. Здесь ставим блок пластика. Застраиваем здесь стеклом. 2 блока высоту еще добавляем. Берем поршень, ставим настройку у него на 5 блоков подъем. Сохраняем. Включаем, убираем пластик. Ставим здесь деревянный забор, перевернутый. Здесь ставим стекло. 2, 3. И ставим тут снова блок пластика. Готово, сохраняем. Ставим тут блок пластика. Еще два. Сейчас мы будем строить летающую тарелку. Я вам покажу. Простой способ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Возьмем джетпак. Ой, блин, все, я в космос улетел. Эх, прощай, земля. О, я лечу к земле, ура! А, нет, не ура. Я ж такой маленький, когда я врежусь в эту землю, что же со мной будет? Auf Wiedersehen, my friends. Все. Улетел я в бездну. Так, ладно, продолжаем строительство. Прыгаем наверх. Ставим здесь блок пластика. Где же у меня тут пластик? Ага, вот тут. Смотрите внимательно, где я его поставил. И ставим его в 4 местах. Готово? Ставим блоки пластика, еще 8 штук, как показано на видео. Ни разу в этом видео я не применил масштабирование. Так, убираем этот пластик. Теперь нужно разместить стекло. Какой-то игрок ко мне в команду просится, я нажму на нет. Потому что это не подписчик. Так, только мешает, наверное. Будет воду еще включит, еще что-нибудь включит, вообще будет плохо очень. Устанавливаем кнопочку. Теперь надо поставить тут шарик. Ставим. Устанавливаем кресло. Теперь можем удалить этот шарик. Ставим здесь стекло.
Еще два. Только из-за этой кнопки как-то сложно стало. Раз. Ага, все правильно. Два. Делаем верхний ряд тоже. Так. Раз, два, три, четыре. Убираем лишнее, сохраняем. Надеюсь, у вас все получилось. Перекрашиваем саму летающую тарелку. Стекло в зеленый. Готово. Наверное, возьму более темный цвет для корпуса. Готово. Перекрашиваем в зеленый весь этот луч. Стульчики тоже. Сохраняем. Берем моторчики, ставим две штуки. Перекрашиваем верхние железные блоки в черный, то есть в красный цвет. Выделяем их. На компьютере можно выделять хорошо с помощью шрифта. Но сначала ставим столб из пластика и соединяем этот столб между НЛО и нижней платформой. Выделяем 4 блока железа, которые мы покрасили в красный цвет, ставим у них прозрачность 100% и все. Выделяем остальную часть, кроме самого корпуса. Там включаем прозрачность на 100 и отключаем коллизию. Готово. Тоже прозрачность на 100. Сохраняем. Кушаем конфетку. Ну, можете использовать джетпак. Выбираем верхнее стекло, и у него надо будет отключить коллизию. У нижнего тоже. Который в луче. Теперь надо туда залезть. Можно это сделать с помощью портала, с помощью джетпака, с помощью конфет, вообще с помощью всего можно это сделать. Садимся. Можно включить на стульчике прозрачность. И наше НЛО готово. Можно летать на здоровье. Нажми на колокольчик, поставь лайк, поделись своим мнением в комментариях и подпишись на канал, если видео тебе понравилось. Всем до скорого, всем пока-пока.